Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FONCAM. На обзоре видеорегистратор от компании CANBOX модель X16, разработанный специально для подключения к Android-магнитолам по USB. Начнем с распаковки. Коробка выполнена очень качественно. Конечно, естественно, есть транспортировочная пленка. По материалам коробки достаточно плотный и качественный картон. Дизайн упаковки очень стильный, минималистичный. Здесь представлены основные преимущества, логотип, ну и, соответственно, название. И сбоку также располагается специальная этикетка, которая указывает на определенную модель. В данном случае это X16. Есть также вот данного производителя и другие видеорегистраторы. Ознакомиться с полным выбором видеорегистраторов вы сможете на нашем сайте frontcam.ru. Открыв коробку, мы видим то, что здесь располагается сам регистратор, также в специальной упаковке. И кабель USB. С одной стороны он подключается к регистратору, и с другой подключается в USB разъем мультимедийной системы. Также есть краткая инструкция. Здесь расписано, как регистратор подключается. Есть специальное приложение и инструкция по его использованию. Корпус регистратора выполнен из пластика. Достаточно компактный регистратор, выглядит неплохо. Есть регулировка по высоте линзы. Есть специальная площадка для крепления устройства. Здесь есть двухсторонний скотч для закрепления устройства на лобовом стекле. Ну и всегда, конечно, благодаря этой площадке регистратор можно будет снять. Сбоку располагается слот для microSD-карточки. Запись ведется на нее. По техническим характеристикам здесь стоит линза от Sony IMX. Картинку записывает Full HD 1080p и угол обзора линзы 170 градусов. Для такого класса устройств относительно бюджетных это очень неплохие характеристики, которые позволяют выдавать достаточно качественную картинку. Подключение здесь скрытного типа идет. Оно достаточно простое, то есть необходимо закрепить регистратор на лобовое стекло. Далее вот этот кабель идет под обшивку автомобиля. Подключение также крайне простое. Просто подключается все разъем в разъем. И далее уже под обшивкой протягивается кабель к USB разъему магнитолы. Длина кабеля 3 метра, и по опыту этого вполне хватает даже для установки в микроавтобусы. Управление регистратором осуществляется через специальное приложение на магнитоле. В магнитолах от этого же производителя CANBOX приложение уже предустановлено. И перейдя в это приложение, мы можем просмотреть изображение с регистратора, и также полностью выполняется управление. Например, можно сохранить определенный отрезок видео, сделать скриншот. Далее идет кнопка блокировки. При нажатии на эту кнопку определенный фрагмент видео перенесется в специальную папку, из которой он не будет удален. Запись ведется циклично, и при заполнении карты памяти автоматически все видео стираются и запись начинается заново. Но кроме этой папки, там всегда файлы будут сохранены. И поэтому, если что-то произошло на дороге, видео будет обязательно в сохранности. Прямо из приложения можно просмотреть записанные материалы. Также из отличительных особенностей этого регистратора, в нем есть система ADAS, которая определяет полосу движения и расстояние до впереди идущего автомобиля. На этом все. Этот и другие регистраторы вы сможете найти на нашем сайте frontcam.ru. Также на сайте указана актуальная информация по цене и наличию товара. Ну и, конечно, наши менеджеры всегда будут готовы вам помочь.